Сегодня 14 августа. Море в Волконке. Сегодня вечером уезжаем. Решили прийти, сказать до свидания, до новых встреч, море. Но оно, конечно, волнуется, бушует, штормит. Только закончился ливень, вот вышло солнышко. Но это ненадолго. Через пару часиков обещают опять дождь. По крайней мере, мы подышим хорошим морским воздухом, посмотрим на эту мощь, силу, красоту. И до следующих встреч с морем.